Все, отлично. Приветствую, друзья, на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть Demolish Building Company 2017. И сегодня у нас будет работа вот здесь вот. Это часть какого-то нефтеперерабатывающего завода. Здесь трубы. Нужно будет эти трубы убрать. И с помощью нашей болгарки. И также с помощью крана, у которого будут ножницы. Так, хорошо. Ножницы нужно купить. Давайте мы сейчас их приобретем. Так, тут у нас топливо, хорошо. Заполняем. Смотрите, у нас уже довольно-таки много появилось транспорта различного. Так, и ножницы стоимостью 5000. Вот такая вот эта штука крутая. Да, принимаем. Оснащаем. И берем контракт. Вот, конечно же, сразу же охота ими и поработать. Так, хорошо. Здесь вроде бы как нам нужно внизу где-то поработать, а потом нужно будет вверху. И мы сейчас с вами... Ну, давайте попробуем, да? Мы в прошлой части с вами хотели попробовать, но не получилось. Вот, кстати, можно, конечно же, положить, попытаться, да, и как-то, чтобы оно рвануло все. Давайте посмотрим. А нет, нет, к сожалению, я уже было думал, сейчас рванет. Нет, не рвануло. Так, ну давайте мы их вынесем за скобки. Но что за такое вот, что за такие взрывоопасные вещества? Мы специально с вами в прошлой части пытались на них обрушить часть здания. Вот, сегодня пытались порезать, она не режется, не взрывается. Так, хорошо. Обрезать вот это вот. Но это с помощью уже, понятное дело, что больших ножниц. И где-то тут маленькие у нас были, да? Это тоже все большие, а где же маленькие? Тут нужен и бульдозер, чтобы можно было проехать. Тут же не режется оно, нет. Естественно. Так, ну хорошо, погнали. Погнали, у нас где-то здесь есть рядом знак. Нам нужен и бульдозер, нам нужен и кран. Начнем, пожалуй, давайте с бульдозера. Хорошо. О, денежка пошла, смотрите, с лагеря. Я, кстати, в прошлой части я забыл посмотреть. С лагеря приходили деньги, а с других наших объектов не приходили. Вот все потому, что там нужно было наш дом доделать, а один из лагерей нужно было мусор убрать. Вот поэтому я организовал, сегодня туда пошла наша работница, чтобы она дурака не валяла. Так, тут я проеду, интересно, или застряну. А в общем-то нам туда и не нужно, да? Деревянное строение, доход 1000. У нас с вами идет. Вот это как раз от того деревянного строения, от того здания, которое мы делали в последний раз. Ну и нам нужно будет также, вы помните, что нам нужно будет еще кирпичное строение поставить, которое тоже будет нехилый нам доход приносить. Так, и теперь вот работаем с экскаватором, с этими самыми, вы только посмотрите на это. А? Какая крутизна. По-моему, да.
Сейчас посмотрим, как оно еще работает. Вот, ну, на самом деле мы неоднократно уже с вами пробовали, ездили. Например, последний раз это было в Giant Machines 2017. Вот, там тоже был подобный экран, правда, там был, конечно же, побольше, но ножницы вот примерно такие же у него были. Так, ну давайте смотреть. И у нас повернуть АД, да? Ага, так. ВС это стрела. Вращать ножницами. Вот здесь хорошо то, что они не ломаются, не должны по идее ломаться. Так, и теперь нам нужно что сделать? Использование ножниц Space. Вот так. А, ну не так-то все просто оказывается, смотрите, да? Для того, чтобы тут все обрезать, придется попотеть. Может, как-то мы вот так вот сделаем. Так, не ломать технику. Да, вот. Снизу. Снизу мы с вами подъезжаем, забираем, отгребаем. Перпендикулярнее, вернее, сделать. Вот, хорошо. В общем, не напрасно нам дают 3000, да, за это все. За эту работу. Так, как бы гусеницу не повредить. Да, эти нам не нужны, нам только вот эти вот кусочки. В общем, на быструю, на какую-то быструю работу тут я вижу, что рассчитывать особо не приходится. Работать придется долго и упорно. Здесь сразу же возьмем подальше, если удастся. Так, хорошо. Чтобы, как там говорят, да, поменьше телодвижений разных было. Непонятно. Там даже такие кусочки, то смотрите, да, то есть если делать такими небольшими кусочками, то мы можем, наверное, больше заработать, что ли. Это, конечно же, нудно, очень долго и неинтересно, но, тем не менее, наверное, эффективно в зарабатывании. Так, ну я чуток вот здесь вот еще обрежу, мы сейчас с вами сверху его подберем. Так, да? Да, все. Если удастся. Я думаю, что должно удастся. А еще лучше вон там. И тогда они точно упадут. Давайте это сделаем. Давайте провернем. Да, вот оно. Как бы только видеть... Что там делается? Так, хорошо. Оп, смотрите. А, какая красота, а?
инженерная мысль там работала. Так, ну вот, все. Да. Этот кусок, ладно, уже не будем заморачиваться. Вот, и где-то там нужно еще, используя пилу, поработать. Ну, буквально тут чуток осталось. Большие вот эти вот срезать. Все, отлично. Так, хорошо. Теперь нужно залезть, я так понимаю, наверх и там наверху поработать, да? Да, вот эти вот кусочки мы сейчас с вами обрежем. Как сюда забраться? Вот с этой стороны, да. Несмотря на то, что дождь идет, несмотря на то, что молния, а мы с вами на металле здесь. Вообще-то опасная работа. Лишку бы не обрезать тут. Так, хорошо. Не знаю, не режется почему-то. По идее, засчитали. Обрежем сейчас вот эти. И у нас задание выполнено, я надеюсь. Да нет, к сожалению, на дом не хватит. Но с домов у нас постепенно капает денежки. Поэтому теперь уже будет полегче, конечно же, собирать на что-то. Все, контракт завершен. Здорово. Так, мы с вами еще и бонус получили, как всегда. А где техника делась? Куда технику мою угнали? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Все в порядке. Полном. По контрактам, что у нас есть интересного. Заброшенная фабрика должна быть очищена для дальнейшего строительства. Работа для шарового тарана. Так, ну я пока что не хочу с шаровым этим тараном поработать. Здесь вот у нас есть пневмомолот. Еще один таран. И старые бетонные трубы. Требуется тяжелая техника. Смотрите, сколько всего нам нужно с вами для того, чтобы здесь поработать. Давайте возьмем. Тем более 5000. Интересно, может где-то что-то рванет. Пока я пытался понять, где же там у нас контракт, пришло еще одно задание. И это задание вот по нашему этому старому теперь уже дому. Старому, потому что он постоянно разваливается. Его постоянно нужно ремонтировать, усиливать. Буквально каждые сутки приходишь сюда и делаешь вот эту вот работу. Но зато же мы получаем $1000 с этого здания. Не знаю, что тут делают туристы, что его расшатывают постоянно. Вот, ну ладно. Легко и просто заработать 200 опыта. Можно было бы, конечно же, нанять туда работницу, но она берет 700, 750, а получаем мы 1000 с вами с того здания. Как-то оно как-то нехорошо. Контракты. Так, хорошо, вот это вот мы с вами говорили. Поехали. Так, хорошо. Вон я вижу, да, мы поработаем. И вот это вот тоже нужно будет снести. Ну погнали, где там у нас техника. Так, и нам нужен мини-погрузчик, нам нужен молот. По крайней мере, это все бесплатно.
сожалению, взрывоопасных материалов здесь не наблюдается, просто материалы неинтересны это. И нет никакого риска. Вот смотрите, сад с беседками нам капнул, 700. Деревянное строение, тыщенка капнула, красота. Пока мы работаем, на нас денежки наши тоже работают. Ну, последнее давайте сделаем. Это же практически ничего не стоит. Смотрите. Какая красота, а? Так, экскаватор. Экскаватор. По-моему, тут... Что там нам нужно? Погрузчик. При помощи экскаватора бетонные колонны. По-моему, тут тоже нам нужен. О, еще смотрите, 200. Просто сегодня какой-то праздник. Тематический молот. Так, ну что, закончили? Все нормально. 5000, что называется, как с куста. Да еще и бонус у нас с вами есть. Есть у нас еще один контракт, который подразумевает заработок 6000. У нас с вами уже 17, кстати. Снесите здание как можно быстрее. Давайте посмотрим на карте. Это здесь, что ли? Нет, не хочу. Где? Какое здание? Где? Дайте я снесу. Я что угодно снесу. Вот это? Да. Только что мы с вами закончили, смотрите, и снова-таки гусеничный кран, экскаватор и ножницы. Вот, но меня сейчас интересует другое. У нас с вами купите землю, постройте на нее кирпичное сооружение. У нас там где-то по сценарию, давайте мы туда смотаемся, если что, потом вернемся назад. Так, ну где-то вот, где-то здесь, да? Сценарий 2 метра. 15 тысяч, а у нас 17, красота! Приятен на вид и устойчив. Требует больших затрат кирпичей и работников. Затрат работников требует. То есть они должны костями лечь там, да? Чтобы его построить. Ну давайте строить. 6 этапов. Выровняйте грунт, используя каток. Используйте экскаватор, чтобы заполнить самосвал песком. Довезите самосвал в нужное место. Ну, хорошо. Мы можем назначить работника. Давайте посмотрим. Нет, к сожалению, у нас работники никакие. То есть нужно будет самому все это делать. Ну, погнали. Показать? Нет, не показать. Итак, здесь работать, работать. Принять задание. Где там наш каток? Бетономешалка уже здесь стоит. Загрузить. Да? Ну, вначале, как там было сказано, катком нужно поработать. Давайте. Это уже серьезное здание, серьезных требует вложений и сил, энергии и знаний. Каток, поехали.
Вот и я надеюсь, что оно будет приносить тоже такие же серьезные деньги. 1000 это уже, в общем-то, не деньги особо, да? Как-то. Так, хорошо-то я уже начал было как-то беспокоиться о том, что как-то медленно он едет. Мы бы с вами до утра не доехали. Работаем. Вот что взад, что вперед, он все равно работает. Ну, как оно, как и положено, по-моему, катку. Все, да? Да. Мы свое дело сделали. Так, дальше. Используйте экскаватор, чтобы заполнить самосвал песком. Так, с беседками, хорошо. Капнуло немножко. Экскаватор. Так, в экскаваторе в нашем нужно сделать... ведро для копания. Оснащаем ведром для копания. Поехали. Давайте музычку поменяем на какую-нибудь более такую приятную. Это уже поднадоело старое. Рок какой-нибудь тяжелый. Это под такой рок работать с пневмомолотом, по-моему, хорошо. Так, загрузить. Вот, ну хорошо, будем грузить. Повернуть, развернуть. АД, да, и у нас, по-моему, вот так вот еще нужно сделать, да. И пригнать, конечно же, сюда нужно самосвал. Сто частей нужно будет, и потом этим самосвалом куда-то отвезти. По-моему, на свалку мы с вами в прошлый раз возили. В общем, как я уже говорил, работы прибавилось, и работа все более интересная и интересная становится. Не просто разрушать что-то, но и наконец-таки что-то уже серьезное из нескольких этапов нам с вами предстоит строить. Впустите меня, впустите в кабину. О, смотрите, тут всего раз, 4 раза копнуть. Красота какая, а. Thank you.
все? Делов-то было. Так, ну и поехали, свезем это все. Первый этап хотя бы мы с вами пройдем этого дома. Останется еще 5 этапов. Я думаю, что сегодняшний день весь уйдет на постройку. Мы особо других контрактов никаких с вами не будем выполнять. Да, на свалку. Песок на свалку. Может сюда, смотрите, какая яма, да? Засыпать бы туда. Вся техника стоит, буквально почти вся. Вот, кстати, у нас есть с вами фирма, там где, в общем-то, офис находится, там где площадки, но почему-то туда техника не возвращается после окончания, а возвращается на то место, где мы с вами ее покупали. Лагерь мой, который приносит по 200 баксов. Так, хорошо, первый этап. процентов и 2000 опыта. Красота. Так, давайте мы посмотрим, что там у нас следующим этапом. Заполните фундамент бетоном. Вот, это будет интересно, но мы с вами этим будем заниматься в следующей части. Наконец-таки мы добрались до бетономешалки и будем на ней работать. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.